Добрый день. Значит, если говорить про мутации BRAF. Мутации BRAF были открыты 10 лет назад, в 2002 году. Оказалось, что это очень характерное повреждение, активирующее для многих разновидностей опухолей, но все-таки лидирует по количеству мутаций. Это меланома, фиолетовый слайд, и относительно редкие опухоли, опухоли щитовидной железы. Если брать привычные опухоли, с которыми часто имеют дело онкологи, колоректальный рак, рак легкого, тоже BRAF-мутации бывают, но все-таки относительно редко. Как делится меланоцит? Посмотрите, тут, к сожалению, два экрана и не работает стрелочка, поэтому, получается, приходится словами. Какие компоненты у нас в делении меланоцита? Это рецептор КИТ, который в норме получает сигналы делению, и последующие за ним белки РАС и РАФ. Выясняется, что каждый из этих белков в опухолях может активироваться посредством мутаций, причем, что удивительно, разные типы меланом содержат разные типы мутаций. Например, если вы возьмете редкую разновидность меланомы, слизистая меланома, для нее больше характерной мутации рецептора. КИТ – это верхняя стрелка. А если вы возьмете самую частую меланому для развитых стран, стран с белым населением, где люди с белой кожи злоупотребляют загоранием, потому что появилась для этого материальная возможность, вот там как раз наиболее часто бывают мутации в гене BRAF и NRAS. Таким образом, от типа меланомы зависит вероятность обнаружения мутации. Онкоген BRAF был открыт в 2002 году, и очень быстро мутации в онкогене BRAF, очень быстро стали накапливаться работы, которые доказывающие, что это не случайная мутация, это активирующая мутация. Это уже дебри фундаментальной науки, когда делается целый ряд экспериментов, направленных на то, обладает ли мутированный ген трансформирующей активностью или нет, чем функционально заканчивается появление мутации. Главный вывод какой? Да, мутированный BRAF действительно онкоген, это действительно причина опухолевого роста, и достаточно понятное биохимическое изменение происходит. Активация киназной функции белка BRAF, этот белок фосфорилирует другие белки, и когда происходит активация этой функции, он становится онкогеном. Интересная особенность мутации BRAF, то, что главная мутация, которая верхняя строчка, составляет примерно 80-90% от всех мутаций. Вначале об этом не знали, это относительно новые данные. Но практически все мутации происходят в одной и той же позиции и ведут к одному и тому же результату. Активация киназной функции. Как только стало понятно, что BRAF действительно является онкогеном, это действительно активирующая мутация, стало очевидно, что это одна из самых удачных потенциальных мишеней к терапии. И была начата разработка специфического ингибитора. Посмотрите, это 2004 год. Именно в 2004 году произошло, на мой взгляд, самое интересное событие в клинической онкологии прошедшего десятилетия. Случайно открыли мутации в рецепторе эпидермального фактора роста, которые ассоциированы с уникальной чувствительностью к опухоли легкого, к ИРЭСе и ТАРЦЕВе. А вот здесь совсем другая ситуация. Впервые за всю историю онкологии солидных опухолей сначала появляется мутация. Мы знаем, что это конформационно измененный белок, появляется прекрасное терапевтическое окно, и есть возможность создать препарат, который поражает только мутированный белок, но не поражает нормальный белок. Так появился препарат вимурафениб. Но это препарат, который избирательно действует только на мутированные формы BRAF. И самый принципиальный момент – это правильно идентифицировать мишень, правильно идентифицировать мутации в гене BRAF. Для выявления мутаций существуют две основных платформы. Это аллель-специфическая ПЦР, когда у вас тест-система содержит несколько реакций, и каждая из реакций специфична для распознавания одной единственной мутации, той, которую вы прописали заранее. И второй метод – это секвенирование, когда вы просто читаете последовательность. И тот, и другой метод имеют преимущества и недостатки, поэтому выбор метода – вещь затруднительная. Аллель-специфическая ПЦР обладает прекрасной чувствительностью. Она может выявить одну мутированную клетку в окружении 100 нормальных, но
она распознает только те мутации, которые заранее прописаны. Для BRAF это проблематичная характеристика, потому что там несколько разновидностей мутаций в 600-м кодоне. Секвенирование читает все мутации, но у вас должно быть как минимум 20-50% опухолевых клеток в препарате. Это проблематично, не всегда так удается легко сделать микродиссекцию. Посмотрите, это наши собственные данные по идентификации точковых мутаций. Самый главный вывод. Ни одна индивидуальная платформа на сегодняшний день не дает 100% уверенного результата. Когда речь идет о лечении, когда речь идет о дискретном событии, либо мутация есть, либо нет, здесь ошибки абсолютно недопустимы. И мы продолжаем настаивать, что комбинация методов стоит того, чтобы правильно определять мутации. Таким образом, совершенно очевидно, что BRAF-диагностика, она вошла во все стандарты лечения метастатической меланомы, потому что появился специфический препарат, который позволяет добиваться клинического эффекта практически у всех больных с мутированной меланомой. Ну и при этом надо понимать, что методология BRAF-диагностики пока еще не отработана, поэтому общая тенденция такая, что делать BRAF-диагностику в централизованных лабораториях это не так сложно, потому что используются парафиновые блоки для диагностики, они отсылаются курьерской почтой из города в город и при желании в страну. И здесь обеспечить централизованную диагностику высокого качества не представляет какой-либо логистической проблемы. Российское общество патологоанатомов в прошлом году инициировало программу по изучению эпидемиологии BRAF-мутаций у больных с метастатическим меланомой. Преимущество этой программы, во-первых, то, что она проводится в достаточно сжатые сроки, и при этом здесь цель достаточно амбициозная, все-таки добиться того, чтобы эти результаты прошли международную экспертизу и сделать публикацию в международном рецензируемом журнале. Ну и, конечно, географический охват тоже очень важно. Вся страна в этом участвует, самые разные регионы, с разным уровнем солнечной инсоляции. Мы ожидаем, что там могут быть существенные различия в частоте BRAF-мутаций. На сегодняшний день набор образцов уже закончен. Как и следовало, больше 1000 набрали, а протестировано больше 600. И в принципе этих результатов уже вполне достаточно, чтобы возник вопрос для обсуждения. Спектр мутаций. Посмотрите, верхняя строчка – это та мутация, которую знали изначально. Оказывается, что как минимум 10% мутаций приходится на новые мутации. Это очень важно, это надо учитывать при тестировании, потому что это на 10% увеличивает количество больных, которым можно помочь, у которых в опухоли присутствует мишень. Распределение женщины и мужчины от пола нет никакой разницы. Что еще существенно? Сама частота мутаций у нас немножко повыше, чем в других странах с европейским населением. То ли потому, что тест-система более чувствительная, скорее всего, именно так. А может быть, все-таки наша страна действительно имеет какую-то специфику в плане злоупотребления загоранием. В развитых странах мода на избыточное загорание стала проходить. Наверное, один из самых интересных слайдов. Сейчас проявилась довольно большая прослойка людей, которые пока еще очень молоды, им до 40, а часто до 35. У них есть время, чтобы ездить на солнечные курорты, и есть на это средства. Они делают это много раз в году. Если вы берете молодого пациента до 35, до 40 лет, то именно у этой категории пациентов особенно высокая вероятность, что вы обнаружите мишень, вы обнаружите BRAF-мутацию. Но, правда, не надо увлекаться, надо понимать, что и у больных пожилого возраста более половины случаев имеют BRAF-мутацию. Региональное распределение. Посмотрите, слева самый высокий столбик – это Приволжский округ, а справа самый низкий – это северо-западный. Ну, уже одно слово «севера» позволяет задуматься, почему так. Разумеется, там, где больше солнца, большую опасность несет себе ультрафиолет, больше риск заболеть меланомой, которая связана с мутацией BRAF. Там, где северные страны, там нет такой возможности себя обжигать. Ну и, наконец, выводы. Впервые именно в клинической онкологии солидных опухолей за пределами гематологии появилась мишень, которой сознательно создан препарат. Это очень важный компонент характеристики меланомы, поэтому диагностика BRAF-статуса является стандартным в лечении метастатической меланомы.
Очень важно правильно определять BRAF-мутацию. Вы никогда не пойдете к хирургу, который оперирует раз в месяц. Также нельзя приветствовать лаборатории, которые лишь изредка делают подобный тест. И именно поэтому в мире практикуется централизованное тестирование BRAF-статуса. Ну и в заключение я хочу поблагодарить всех наших коллег, которые участвовали в этом большом исследовании. Это позволило в очень короткие сроки набрать критическую массу образцов для выводов. Спасибо за внимание.